Всем привет, ребят. Только проснулся, решил все-таки отдохнуть. В итоге получилось, поспал 15 часов, проспал многие локации. Но это не страшно. Самое больше удивило, у нас сегодня наконец добавили железную волю рунами. Вот взял специально собрать четвертый сайтик и посмотреть, протестировать, что у нас получится. Так, а ну-ка, ну-ка, ну-ка. Интересно, давайте посмотрим. У меня на дефе стояла жаба. Ну как на дефе, я просто ее тестировал, качал. Дерево и минотавр фармил. Что-то я не могу понять, каким хреном там можно было слиться. Так, ну понятно, минотавры слили. Окей. Хрена себе. Интересно, интересно. Может, действительно не все так плохо. Конечно, там состав. Ну-ка, еще смотрю, посливались. Все выжидают 18 секунд от Минотавра, когда талантик пропадет. Так, хранитель на жабу, Анубис пошел на дерево. Хранителя слило, охренеть. Ну, в принципе, в чем суть? У нее щит работает, пока работает вторая жаба, которая появляется. Получается, она появляется у нас очень часто, и в приоритете у героев стоит все-таки основной герой, поэтому они ее не так быстро убивают. Возможно, в таком случае действительно она будет очень хороша. Но это опять же, это пока не убили жабу, потом 2 секунды надо. Не, ну, так вроде ничего, смотрю. Даже Гаргула просто нифиг петь сливает. Ну а что с Анубисом? В принципе, Анубис тоже не должен ее слить. Вот он зарядил сразу, включилось. И все, Анубис не может попасть. Они вдвоем Анубиса разбирают, нифиг петь. Он даже, получается, не может на нее щит наложить. Странно как-то. Ну, тут какие-то такие. Ну, давайте еще эту глянем и пойдем смотреть на наш новый сад. Тут вообще тыква. А, тут тыква даже стояла. Тыква всех моих разогнала. Вот так вот дерево затащило. Так, окей. Окей, смотрим, смотрим, смотрим. Алтарь, говорю. Так, забираем плюшки, место освобождаем. Под руны. Ну все, в принципе, места должно нам хватить. Так, вот они. Ну так вот, мы уже дождались с вами новых сетов. Там, в принципе, я смотрел, по-моему, исцеление будет падать с этого, с яиц. Там тоже попытаемся собрать сетик, посмотреть. Ну, поехали. Потестируем сейчас третий сет, посмотрим, что он дает. Давайте питомцев сразу откроем. Вроде обнова, а места все меньше осталось. Так, окей. Так, на ком мы будем тестировать? В принципе, какая разница? Давайте сначала посмотрим, что сам сет по себе дает.
Так, вот он, самый первый у нас. Итак, на третьем 1296 урона. Фига себе. У меня тут пятый сет и четвертый сет. Может быть. Хорошо, в первые 10 секунд увеличивает атаку на 20, получает иммунитет к оглушению страху. В принципе, вот вам и ответ. Можно иметь просто даже просто третий сет. И все. И вам не надо талантом даже качать. Оставляете бога войны, третий сет. И можно свободно бегать. Круто. Вместе, думаю, с грубой силой вообще будет топовая сборочка. Поехали, посмотрим. Давайте где-то на... Так, магия есть? Магии нету. Побежали в кошмарке. Сейчас шапку потестим там. Посмотрим. Так, у меня шапка где-то в башне, что ли? Да, вот она. Это очень круто, ребят. Собрать рунами 10 секунд. Вообще топчик, огонь будет. Так, нам не сюда. Получается, у вас там до пятого будет только увеличение там урона немножко. Время там, по-моему, на пятерке тоже 10 секунд. Поэтому хватает даже третьего сета, в принципе. Для тыквы это вообще будет топ. Вот смотрим. Да, она полностью вообще огонь. Это, ребята, это просто имба. Собираете просто третьи сеты. 5 третьих сетов, у кого есть возможность. И не паритесь вообще насчет подземок. Ну-ка, сейчас возьмем ради интереса быстрый тестовый состав. Ладно, сделаем не быстрый тестовый. Давайте соберем нормальный состав. Так, жабу уберем нахрен отсюда. Два вместо этого кинем. Ануба поставим. Да, при таком раскладе реально нам нафиг просто не нужны. Талантом эти. Ну, талантом, конечно, можно там урон плюс поставить. Но лучше все-таки поставить 10 секунд, смотря, конечно, какому герою. 18 секунд и 10 тоже разница есть. Но этого хватит. 10 секунд вполне будет хватать, чтобы пройти какую-то подземку. Так, шапка у нас собрана. Что там у нас еще? Так, шапка есть. Хранителя давайте возьмем. Да даже для PvP локации рунами собрать, думаю, будет достойно. Так, что там у нас? Минотавр. Без хранителя попробуем, без вальки, ладно, попробуем. Так, побежали. С этой стороны попробую выпустить сразу всех, не заморачиваться.
Ну просто жесть, ребят, что делается. Я не знаю, что вам сказать по этому поводу, но вы сами все видите. Давайте 7-9 попробуем. Вот три героя, у которых есть эта иммунка. Этого вполне хватает. Раз, два. Ну, тут давайте еще разок. Офигеть. Нахрена там эти таланты? Собрал грубую силу, поставил этот. И не паришься. Да, только нас на нашем сервере грубую силу достать, это что-то нереальное. Так. В принципе, сюда шапка не особо клеится, лучше бы хранителя. Но мы сейчас на шапке рунами смотрим, как оно будет. Так, убираем. Ну супер, смотрите, шапка вообще не станется, охренеть. Просто изи, ребят. Смотрите, что делается, 100% без всяких проблем. Давайте уже дальше посмотрим, что там. Попробуем все на 3 звезды пройти сразу. Ай, шапку у нас слили. Жесть, что тут делается. Офигеть, как куда мы и зашли. Я в шоке. Ну понятно, давайте еще заходик. Да, вот это тогда. Теперь никаких проблем, в принципе, это большой плюс, с подземками нет. Так, вроде все живы. Побежали. 7-8. Ну, 63%, 68, 72. 100, ребят. 100. С какой там, со второй или с третьей попытки? Вот вам вся кошмарка. Без всяких там минота. Ну, Минотавр есть, да, там донатный герой. Я показываю именно такой состав. Там было за пару у многих пройти ее. Что тут проходить уже, я даже не знаю. Ну давайте побежали в эту подземку, посмотрим. Короче, жесть. Если будет тут Валька, то в принципе мы вообще без проблем ее затащим. Он Минотавр уже башню в центре долбит. Немножко не хватило убить. Ладно, сейчас еще заходик.
Давайте еще ради интереса сюда поставим вместо римки. Сейчас я куда-то дену еще один пятый сет. Вот вместо римки ставим этот железную волю. Тыква у нас будет тоже 10 секунд неуязвима к стану. Вот сейчас мы посмотрим, что будет. Ай, шапку у нас слили, обидно. Ну, 90. Сука. Блять, Ронины запарили. Ну ладно, суть в том, что она тоже проходится, она легкая. Мы там самое сложное прошли 7-9 на 3 и 7-6. Давайте сейчас 7-6 подземку попробуем затащить. Ну, с таким составом тут ни хрен петь, я и без этого затаскиваем. Просто сама суть, насколько все быстрее, ребят. Насколько все быстрее. Да чё ты дохнешь, дура, блин. Опять эти ронины. Вот как они меня запарили. Смотрите, тыква, какой бешеный разгон тыква дает. Да это просто жесть. Вообще, офигеть. Для нее просто рунами ставишь для подземки. И не паришься. 10 секунд она у тебя даст разгон. Что там у нас дальше? 7-6? Да, вот она 7-6. Попробуем. Ну тут, в принципе, тут вот отсюда начинаешь. Начинаем с тыковки. Вовремя морозим. Ускорение. И подбиваем 92%. Смотрите шапкой, как она фигачит. Все. Ничего сложного вообще нет. Если у вас есть шапка. Даже если у вас будут талант, ну, просто собрать рунами, такой талантик, это все. Что я могу вам сказать? Очередной дисбаланс в игре. Сколько мы мучились, парились, блин. 7-4. Так, тут кто-то мы надо обезвредить. Это мы сделали. Раз, два, три. Морозим 4. Минотавр, кстати, как и шапка, смотрите, шапка все время дамажит. Минотавр то же самое, все время бьет. Так, ну у нас тут посливали нас. На вольта мы попали, к сожалению. Чё, и вольта мы тоже слили? А, нет, а Бронин остался, сволочь. Ну, 52. Это подземка, это ни о чем. Жесть, короче. Что я могу вам сказать? Ну, сейчас все-таки дойдем полностью. Их все, я сказал, все, значит, все. Вот вам и железная воля. Новый талантик. Так.
Все. 100%. Как нефиг пить. Ну это жесть, это смотрите, что делается в рейдах на битве гильдии, то же самое. Просто ни о чем. Так, третье. Тут у нас тотемы. Так, раз, два. Заморозили. Какой бешеный разгон, это просто жесть. Тыква имеет иммун и вообще пофиг все. Охренеть, для нее рунами просто собираешь плюс воодушевление. Просто топ. Все, у нас осталось две подземочки. Раз, два, три, четыре, пять. Просто изи. Минотавр 18 секунд может бегать. Мы ее там за 10 проходим все. Ну и последняя. Первая. Давайте тут раз, два. Сейчас подохнет. Не сдохли. Заморозка, усиление. Так, ну все. Жесть, ребят, это просто жесть. Вот Минотавр, Железная воля, 18 секунд. Купидон обычный. Анубис, Железная воля, тыква, воодушевление. Железная воля рунами, шапка, бог войны. Воля рунами, все. Могу другим составом пройти, это сложности не составит. Пишите комменты, каким составом будет время, будем тестить. Я просто тестировал, как рунами. Для тыквы охрененно, для шапки тоже охрененно на подземках. Для любых PvP-шных героев тоже будет очень офигенно, потому что они будут иметь иммун к стану, это самое главное. Иммун к забору энергии, это тоже очень офигенно. Поэтому вот так вот, ребят, бомбите в комментах, подписывайтесь на канал Кошмарка. Седьмая, могу пройти на время, конечно, но сами видели, 15 минут и она вся пройдена. Это просто жесть. Все, всем пока.